Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня мы вместе с вами пообщаемся на тему, как зарабатывать, как начать зарабатывать $100 в день. И это будет очень для нас, я думаю, полезно. Причем мы поговорим сегодня о том, как зарабатывать эти $100 вместе с MarketBot. Активно, либо пассивно. Я очень рад, что у нас сегодня есть уже такое количество людей, кто нас слушает. Вот, поставьте поэтому плюсики, слышно или нет, и мы с вами будем продолжать. Сегодня вы находитесь на канале «Заливая деньгами». Сегодня мы говорим о потрясающем проекте или даже, скажем, компании АИ-маркетинг, которая очень неплохо развивается. Я думаю, что у вас также есть некоторые вопросы. Возможно, вы первый раз смотрите данную презентацию. Ну, сегодня мы детально разберем все эти моменты и поговорим. Вот, благодарю за ответ, да, что слышно, все хорошо. Пригласите также своих партнеров, кого вы, возможно, сегодня приглашали, но, возможно, вы их не видите еще онлайн. Пригласите их сегодня. Еще раз, у вас есть пока парочка минут. И мы сегодня активненько поработаем конкретно по проекту АИ-маркетинг. Пройдемся по кабинету, обсудим разные моменты, сколько заработать можно на пассиве, как заработать активно. Но сегодня конкретно наш вебинар посвящен именно тому, как начать все-таки зарабатывать $100 в день. И я пройдусь детально по всем моментам, и я думаю, что вам будет полезно также прогуляться вместе со мной. Меня зовут Макс, и я хочу вам показать свою страничку ВКонтакте. Вот так это выглядит моя страница. Если кто еще не в курсе, можете подписаться на мою страницу, пообщаться, задать вопросы и так далее. Трудностей никаких нет. Мы сотрудничаем вместе с каналом «Заливая деньгами», и здесь ведем конкретно наши трансляции. Я думаю, что также полезно было бы подписаться на канал, чтобы быть в курсе новостей, потому что здесь мы даем самую свежую и денежную информацию. Думаю, будет она для вас полезна. Итак, друзья, давайте сейчас перейдем все-таки на страницу сайта АИ-маркетинг и разберем, что же нужно сделать для пассивного инвестора для того, чтобы зарабатывать вместе с MarketBot, грубо говоря, $100 в день. Ответ вы видите уже на экране, то есть нужно разместить определенную сумму на рекламном балансе, и маркетинговый отдел запустит эти деньги в работу, и вы сможете зарабатывать определенный процент кэшбэка. Если посмотреть вот здесь, вот, да, уже у нас есть сумма $6158 в рекламном бюджете, которая начала расходоваться на рекламу, вот 442 израсходовано, и заработало нам порядка уже 150% чистой прибыли. То есть если вы умножите там на 150%, можете посмотреть 140-150%, какая прибыль, то есть у вас получится. Фактически мы потратили вот столько, но заработали уже на 150% больше, и это реально круто. То есть это мы, ну, как бы показываем, также делимся с вами этим механизмом, который дает вот такую вот прибыль, и это классно. То есть мы наблюдаем за нашим аккаунтом, в чатах также скидываем информацию о том, что ежедневно, вот здесь вот мы наблюдаем доход плюс 1% ежедневно. Я думаю, вы встречали много разных таких проектов, которые платят там 1% до 1%, больше, меньше, по-разному, да. Ну, они там, например, говорят, что у них есть чудесный трейдинг, допустим, и так далее. Сейчас, в принципе, все типа трейдер, да, но компания АИ-маркетинг занимается заработком на кэшбэках. И когда меня спрашивают, как это проверить, я отвечаю очень просто. Друзья, вот у вас есть две вкладки. Первая — онлайн-шоппинг, и вторая — офлайн-шоппинг. Вы можете легко проверить, действительно ли зарабатывает
АИ маркетинг на кэшбэке, купив, зайдя в закладки онлайн-шоппинг, выбрав, например, свою страну, выбрать, например, можете любые товары или услуги, которые вам надо, вы можете их заказать через сторонний сайт, который сотрудничает именно с АИ-маркетинг. Каким образом? То есть каждый из этих вот онлайн-магазинов дает определенный процент возврата. И АИ-маркетинг собрал на своей платформе определенные магазины, с которыми, которые, то есть по их ссылке активируется кэшбэк. И то есть если вы заказываете товары либо услуги, то вы получаете кэшбэк, например, вот до 10%, да, у себя в кабинете. То есть это еще раз показывая, да, что вы действительно зарабатываете кэшбэк. То есть это выглядит таким образом покупки онлайн. Офлайн вы можете загрузить свои чеки, и вы сможете получать там до 1.5% кэшбэк со своих, вот видите, да, здесь покупок в магазине. То есть нужно прикрепить свою карту, нужно конкретно загрузить чек со своей карты, и там наличные или чеки с других карт не прокатят, грубо говоря, и вы не получите этого кэшбэка, потому что есть еще время проверки и все остальное. То есть, ребят, если вы ищете для себя возможность реального проекта, реальной компании, которая зарабатывает на определенных реальных вещах, рекомендую рассмотреть, конечно же, АИ-маркетинг и протестировать на себе лично онлайн-шоппинг и офлайн-шоппинг, потому что мы очень часто этим пользуемся, и я думаю, что оно вам также пригодится, чтобы получать определенный возврат кэшбэка со своих покупок. То есть таким образом вы сможете проверить, что действительно сервис данный зарабатывает на кэшбэках, и это очень круто. Тогда, возможно, вас заинтересует зарабатывать как пассивный инвестор просто-напросто $100 в день. То есть для того, чтобы зарабатывать $100 в день для пассивного инвестора, вы можете разместить на рекламном бюджете сумму порядка вот $6000. Таким образом, вы будете в день, можете посмотреть, да, зарабатывать там 90, 89, 158, 60, 180, 60, 95. То есть, если примерно прикинуть, то будет $100 в день просто на пассиве. И так эти $100 в день, я думаю, они облегчат хорошо вам жизнь. И я рекомендую вам именно вот в этом направлении двигаться. То есть, возможно, вы сейчас сидите и размышляете, то есть вам приходят в голову мысли, а какой же у меня бюджет в месяц, да, вот, допустим, в нашем в сентябре 2020 года, сколько я трачу, например, на семейный бюджет, у меня, например, там $150, допустим, да, или $350, или $500, может быть, кто-то 1200 тратит. А представьте себе, если вы будете зарабатывать месяц за месяцем, день за днем по $100 в день, то есть так и так ваш пассивный доход составит порядка $3000. Если мы посчитаем, не знаю, если возможно вы живете в Украине, напишите, пожалуйста, кстати, кто где живет. Очень интересно было бы посмотреть, кто из Украины и так далее. Вот Леонид передает всем привет, кто из Украины. Так вот, друзья, если, например, вы бы жили в Украине, то ваши $3000, которые вы бы получали, да, то они бы дали вам, вот, допустим, берем 27,50, это 82 500 гривен, то есть, грубо говоря, 82 000 гривен. То есть такую сумму, я могу вам смело сказать, люди зарабатывают за 10 месяцев конкретно в Украине. И такую сумму действительно надо поработать нормально. Ну, может быть, где-то там в Киеве даров больше получают, в зависимости на каких вы находитесь должностях. В России, допустим, $3000, например, там возьмем так скромно 73, да, то есть больше там 220 тысяч рублей, например, вы бы зарабатывали, если просто были бы на пассиве. Вот, то есть в основном у нас вот есть люди, да, в основном Россия, Украина, может быть, Белоруссия также. То есть вы можете посчитать, я считаю лично, что вот такой пассивный доход, в принципе, ничего не делая, никого не приглашая, вам бы пригодился. Поэтому если
вы хотели бы устроить свою жизнь таким образом, чтобы ваш бюджет в месяц был бы $3000, вам надо сделать инвестицию порядка $6000 в рекламный бюджет. Хочу вам сказать, что приблизительно за 2,5-3 месяца вы вернете себе эти все средства, грубо говоря, да, так в общем, и будете зарабатывать, продолжать зарабатывать по $100 каждый день в среднем. Также вы сможете потом сделать реинвесты, то есть, друзья, вам будет реально что тратить на себя. То есть так работает пассивный доход вместе с АИ-маркетинг. Мы довольны сотрудничеством с АИ-маркетинг. Я вот наблюдая за доходностью, я просто наблюдаю, захожу вот каждый день и смотрю по доходности здесь. А у меня идет вот сейчас уже 17%. И я хочу вам сказать, что вот ежедневно прибавляется плюс 1%. То есть порядка 1% в день прилетает или даже больше. То есть здесь показана статистика больше для того, чтобы мы понимали, какую доходность дает, в принципе, вот этот вот компания АИ-маркетинг в среднем. Да? То есть, грубо говоря, можно сказать, что доходность 25-35% в месяц. Но это чуть по-другому считается, потому что сначала расходуются средства, потом чуть позже начисляется кэшбэк. И, возможно, из вот этих вот израсходованных средств уже кэшбэк, ну, то есть они израсходовались, вот 442, а кэшбэк еще не доначислился. То есть, может быть, из этой суммы кэшбэка будет даже больше, чем сейчас мы его видим. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. То есть, я рекомендую воспользоваться данной возможностью и зарабатывать здесь как пассивный инвестор, а также быть умным инвестором, не только пассивным инвестором, который закинул, допустим, 6 тысяч, и себе тратит на себя любимого по $100 каждый день, на свою семью, то есть у него классные доходы, более 220 тысяч рублей, или там 82 тысяч гривен, живет припеваючи, никому ничего не рассказывает. Нужно делиться информацией, чтобы люди вокруг нас тоже поменяли свою жизнь в лучшую сторону, и могли не ходить на проклятую работу, ну, разве что они ее только любят, допустим, да, там, всем сердцем, люблю свою работу, хожу на нее, потому что лучше меня никто не сделает мою работу за, там, 25 тысяч рублей в месяц. Поэтому я на нее хожу. Вот, то есть, вот так. А вы поделились с человеком, он, допустим, также разместил средства в рекламный баланс, они начали работать, и он зарабатывает по $100, ну и ходит, например, на свою работу. А кроме этого, друзья, вот если вы начинаете делиться информацией с людьми, вам АИ-маркетинг дает возможность еще заработать также на кэшбэке 5%. То есть любая покупка через вашу реферальную ссылку, неважно, вы дали реферальную ссылку, человек зашел в онлайн-шоппинг, сделал покупки, вы получаете 5%, да, 5% там с его заработка, ну, как я вот понял, да, то есть, либо же он сделал пополнение рекламного баланса, и вы получаете 5% снова же, да, то есть, таким образом. Я вам хочу поделиться с вами вот такой штукой здесь. Есть такая закладочка «Мой маркетинг». Вы можете сами для себя создать свой стандартный лендинг, то есть это будет ваша реферальная ссылка, по которой вы будете регистрировать людей. Рекомендую, например, можно использовать подарочный сертификат, то есть это $50 дополнительно, то есть человек получит уже $50 на свой рекламный баланс еще перед пополнением, и он сможет посмотреть, как они работают, то есть это без вложений, грубо говоря. Но если он хотел бы все-таки вывести какие-то деньги с АИ-маркетинг, ему придется пополнить еще дополнительно $50 и дождаться, пока вот здесь вот на размороженном вашем кэшбэке будет $150. То есть, используя подарочный сертификат, нужно сначала вернуть $50 и потом вывести одним платежом $100. Надеюсь, меня услышали. Вот. Если же его не использовать, подарочного сертификата, поэтому мы, допустим, убираем с вами тут галочку, вот, и создаем свой, например, вот лендинг. Можно выбрать другие галочки, например, собственная видеопрезентация или персональный помощник. Но мы просто убираем подарочный сертификат и нажимаем «Сохранить». Таким образом мы получаем свою ссылку
на лендинг. Копируем ссылку, видите, ссылка скопировалась, и вклеиваем, допустим, ее вот здесь. То есть, таким образом, все, что нам нужно с этого лендинга, это просто как наша регистрационная ссылка. Нам нужно ее отправить нашим потенциальным партнерам, которые, допустим, любят свою работу и хотели бы зарабатывать просто с нами на пассиве. Отправляем ее им, и им нужно сказать, чтобы они зарегистрировались вот через этот значочек с такими мозгами, грубо говоря. Не через Google, не ВКонтакте, не Одноклассники. Именно вот здесь вот, используя партнерскую программу INB Network, потому что я также немножко еще дальше расскажу, что эта партнерская программа нам даст. А она нам даст доходность еще по партнерке от 5 до 15%. То есть мы используем этот лендинг просто для регистрации. На этом лендинге тоже есть много информации, что такое, как это работает, как там, куда процент какой идет и так далее. То есть это все конкретно есть. Как распределяется фонд Protect и многое другое, плюс видео полезные. Поэтому этот лендинг будет вам очень полезен. Но я лично его использую только для регистрации. Дал, говорю, через что зарегистрироваться. Человек зарегистрировался. Он у меня попадает, я его вижу в закладке, например, кэшбэк. Да, например, вот там сколько человек зарегистрировалось. Здесь у нас аккаунт больше инвесторский, поэтому тут вы их не увидите. Да? То есть количество регистрации я вижу в сертификатах и имейл человека, который зарегистрировался и сделал покупку, то есть таким образом. И после его покупки я моментально получаю 5% кэшбэк. Так вот, друзья мои, получается так, что за рекомендацию вы можете здесь уже получить 5%. Когда его средства, то есть когда он пополняет человек, они попадают на рекламный баланс. Они идут в работу, вот мы недавно пополняли еще баланс тоже там на несколько долларов, они буквально менее суток заняло маркетинговому отделу, чтобы запустить эти деньги в работу. Таким образом, когда они уходят в работу, начисляется еще 5% или более, сейчас немножко поговорим об этом, у нас в INB Network. То есть вот на этом нашем партнерском кабинете. Сейчас немножко покажу позже. Да? Таким образом, друзья, делясь информацией, вы зарабатываете и пассивно, и активно. Так вот, давайте сейчас поговорим о том, как же начать зарабатывать активно. $100 в день, что нужно сделать, как выглядит здесь данная партнерская программа и так далее. Но перед тем, как я продолжу, хочу сказать еще важный один аргумент. АИ маркетинг очень легко продвигать, потому что у всех есть карты, банковские карты. И компания АИ маркетинг работает конкретно с Visa, MasterCard и Mastero. То есть, когда вы дали человеку лендинг, сказали ему, что надо зарегистрироваться через этот значок, он зарегистрировался, вы его видите у себя в партнерском кабинете INB Network, сейчас тоже вот тут покажу. Вот. И когда он делает покупку с карты, то есть он выходит, выбирает сумму, пишет пополнить, просто-напросто оплачивает как нужно. Сейчас, секундочку. Оплачивает как нужно это все. И получается, что он сразу вам начисляется кэшбэк 5%. И вы уже заработали на таком человеке. Это просто получается и удобно. То есть работать с Visa MasterCard это очень просто, это очень удобно и очень легко здесь строить команду. А для нас очень важна дубликация, чтобы в процессе нашей работы мы смогли выстроить большую сеть, чтобы заработать, чтобы начать зарабатывать, грубо говоря, хотя бы вот эти вот $100 в день. Активно. Переходим, как заработать активно. Смотрите, вот такой есть у нас партнерский кабинет INB Network. Возможно, кто-то видит это первый раз, кто-то уже видит уже не первый раз, допустим, и так далее. Сейчас мы пройдемся по нему также, и я расскажу детально, как, что здесь, к чему. Здесь в закладке «Как заработать» есть вся информация, что здесь INB Network работает по принципу MLM. То есть у них есть свой маркетинг,
который дает возможность зарабатывать от 5 до 15%, а также есть определенные бонусы за каждый ранг. Так вот, друзья, смотрите, для начала, вот если вы новичок, только начинаете и включаетесь в работу, хотели бы заработать активно также за рекомендацию, даже если у вас есть всего лишь $100 для активации кабинета в АИ-маркетинг, вы оплатили их с карты, и ваш кабинет активен, вы имеете полное право и возможность выстроить огромную команду и заработать на партнерской программе хорошие деньги. Мы немножко дольше поговорим о партнерской программе, поэтому если вы инвестор, вы послушали информацию относительно пассивного дохода, принимайте, пожалуйста, решение. У вас у каждого есть карта, возьмите ссылку того человека, который вас пригласил, дал вам информацию. Если вы хотите, воспользуйтесь подарочным сертификатом, либо не воспользуйтесь, пополните просто-напросто, зарегистрируйтесь правильно по ссылке пригласившего, пополните баланс на любую удобную вам сумму, лучше минимум 50, 100, 300 или 500, а лучше от 1000, потому что ваш пассивный доход также зависит от суммы, которую вы разместите. То есть здесь я показал, да, вот пример от 6000, вы видите, что доходность там порядка 150% уже. Но если пополнять $50 там, или $100, ваша доходность может быть там 40%, 45%, 50%, 60%, по-разному. Поэтому мы проверили, и самый простой и лучший способ это входить конкретно здесь, как для пассивного инвестора, именно от $1000. 500-$1000 у вас будет очень неплохая доходность, и вы сможете зарабатывать хорошие деньги на пассиве. Если вы это услышали, вы пассивный инвестор, благодарю вас за то, что были, участвовали, послушали важную информацию, переварите ее и приглашаю вас зарабатывать вместе с АИ-маркетинг на кэшбэке. Если вы все-таки умный также инвестор и хотели бы кроме пассива также поделиться с окружающей средой, да, о тем, что есть возможность зарабатывать здесь по партнерской программе, и я вам сейчас покажу перспективы, которые вас тут ждут, смотрите внимательно дальше следующие части моего рассказа. Итак, друзья, я вам показал здесь маркетинг-план, да, то есть идет определенные уровни, и за каждый следующий уровень у вас повышается процент доходности, а также есть определенные бонусы. Но мы будем сегодня концентрироваться прежде всего на проценте доходности. Я вам покажу определенные перспективы, что вы можете сделать, а вы себе уже подсчитаете, сколько вы сможете зарабатывать. Итак, друзья, я когда начал сотрудничать уже вот здесь АИ-маркетинг и в соединении также с INB Network, мой активный доход по партнерской программе INB Network начал составлять там $10, $20, $30 в день и так далее. Да? За последние дни, вот буквально спустя лето, когда мы там отдохнули, вернулись с морей и так далее, мой пассивный доход на данный момент в среднем там $120, $150, $188 в день. Поставьте вот плюсики, отличный доход. И что вы думаете, вообще напишите в чате, интересно посмотреть вот на ваше мнение. То есть хотели бы ли вы зарабатывать, или возможно вы уже зарабатываете там $150-$180 в день. Вот. И интересует ли вас такой активный доход, я поделюсь сейчас информацией также, как я вышел на такой активный доход, что нужно сделать, потому что возможно вы смотрите на эти цифры, и они вам реально ничего не говорят, ничего понятно, непонятно вообще, вот, и поэтому, ну, как бы надо разобраться, да. Отлично, вижу, что супер пишут, хороший пассивный доход или активный доход. Я вам хочу сказать, друзья, что очень трудно бывает заработать деньги на обычной работе. Многие люди, ну, как бы не понимая этого, дальше продолжают на ней работать. Но я хочу сказать вам, что достаточно нетрудно заработать деньги, используя именно MLM. Так вот, друзья, вот здесь вот мы видим с вами именно MLM-график, благодаря которому
если мы поделимся информацией, посвятим определенное количество времени, пускай это будет час, два, три, четыре часа в день, зависит все от того, сколько хотите зарабатывать. Мы можем благодаря командной работе сделать все так, что наши доходы будут ежедневно расти. Я имею в виду, мы сейчас говорим вот именно про доходы вот по вот этим вот процентам. То есть проценты от команды. Мы про все другое сегодня разговаривать даже не будем. Нас интересуют уровни, чтобы мы поднимались. Мы сегодня поговорим о том, как сделать так, чтобы закрывать эти уровни, да, как работать с людьми и что сделать для того, чтобы выйти хотя бы на доход $100 в день. Я вам примерно просто прикину, да, что вы можете, потрудившись один месяц, выйти на такой доход $100 в день и больше. То есть я уже вам говорю, да, мы в проекте здесь около 4-5 месяцев, так скажем, двигаемся полуактивно с партнерами, и доходы уже там идут вот $180, 150, 170, $127 ежедневно. Но моя цель в ближайшее время выйти на доход $250 в день именно вот по партнерской программе в INB Network для того, чтобы зарабатывать там более 200 тысяч гривен в месяц. Я вам хочу сказать, что на Украине это, ну, реально большие деньги, особенно если их тратишь на себя ежемесячно. И поэтому я вот делюсь такой информацией, что это возможно. Мы делали такие уже результаты, так как, например, мой результат в день это более 5000 долларов за один день, заработанных по MLM структуре, так скажем, да. Поэтому, друзья, я думаю, что есть чем поделиться, будьте внимательны, дальше сейчас расскажу, как это все выглядит. А смотрите, все очень просто, то есть мы для того, чтобы зарабатывать с компанией iMarketing, да, и INB Network, нам необходимо иметь активный аккаунт. Напомню, что наши средства, которые мы пополнили в рекламный бюджет, они имеют свойство расходоваться. То есть если вы пополнили, например, $61 в рекламный бюджет, то он израсходуется за недельку, может быть, дней 10. И тогда наш аккаунт отключится. А нам необходимо, чтобы он был включен. Правильно же? Правильно. Поэтому пополните сразу свой аккаунт на 100, на 300, на $500, чтобы у вас было определенное время, пока ваш аккаунт активен. И тогда у нас есть все ссылки для того, чтобы пригласить партнеров в команду и для того, чтобы получать реферальные. Потому что наш аккаунт отключится. Вот здесь, видите, у меня статус в работе, но он отключится, будет выключен, если деньги закончатся. А у нас, кстати, вот все хорошо, поэтому, когда мы пополнили сумму на баланс, ставим себе цель, что, ребятки, мы работаем активно, аж пока наш рекламный бюджет не израсходуется. Вот это вот важный момент. Такую цель себе ставим и поехали. Тогда за это время вы достигаете определенных рангов. Давайте немножко покажу такую простую статистику. Смотрите, если, например, вы бы поставили себе цель, что будете регистрировать хотя бы даже 3 человека ежедневно, посвящая там, допустим, определенное время, то представьте, за первый месяц вы можете нарегистрировать 90 человек. Это люди, которые просто пассивные, да, люди, которые приходят заработать пассивно. Я вам поделюсь такой фишкой, как пригласить партнеров в вашу команду и не морочить людям голову партнерской программой. Потому что, возможно, вы давно уже зарабатываете по партнеркам, а ваши знакомые или просто какие-то вот друзья, они не зарабатывают. Приглашайте их зарабатывать пассивно. То есть хочешь зарабатывать пассивно, приглашаю тебя в команду. Это очень классная фраза, которая поможет вам найти больше инвесторов. Люди не хотят часто приглашать партнеров, морочить голову кому-то, что-то на презентации, не хочу. Но все хотят зарабатывать пассивно. Ничего не делаю, но зарабатываю. И это очень главная и важная
слово, поэтому пользуйтесь. Я думаю, что оно вам поможет, если именно такой фразой вы будете приглашать партнера в команду. И представьте себе, если вы вот в день по 3 человека регистрируете, кто-то на $50, кто-то на 30, кто-то на 100 и так далее, вот у вас будет 90 партнеров за первый месяц. Ну, это просто цифры, конечно же, но прикинем. 10 партнеров примерно, всего лишь 10% заинтересуются, скажут: «Вау, хочу так же само работать, как ты, потому что эта фраза меня зацепила. Хочешь зарабатывать пассивно, приглашаю в команду». Ну, крутая же вещь, правда же? Поставьте плюсики, если вам понравилась вот такая фраза: «А хочешь ли зарабатывать пассивно, приглашаю в команду», и, может быть, будете ей пользоваться. На вопросы все я отвечу чуть позже, давайте сейчас пока пройдемся по нашей презентации. Вот. И, например, 10 человек работает с вами дальше. То есть они во втором месяце подключаются вместе с вами, и вы по 3 человека в день регистрируете. У вас в втором месяце будет 900 человек, чуть больше будет активных. В третьем месяце вообще 9000 человек. Ну, это примерная статистика, как может у вас это все выглядеть. Но на самом деле чаще всего так не происходит. То есть вы просто-напросто подключаете несколько человек, вы находите, например, там 3-4 тузов, грубо говоря, людей активных, которые увидели смысл в том, чтобы, например, зарабатывать также и пассивно, и активно, которые любят делиться информацией, и они вот по этой партнерской программе начали вместе с вами двигаться и зарабатывать проценты. Вот здесь вы также можете посмотреть, как зарабатывают, то есть как распределяются проценты в зависимости от того уровня, на котором вы находитесь. То есть всего идет 15% в сеть от INB Network. И, например, если вы находитесь на уровне менеджер, подключили человека, помогли ему вырасти до уровня VIP-агент, у него 7%, а у вас 9%. И этот VIP-агент подключил, например, агента, и агент подключил кого-то под себя, например, то агент получает 5%, VIP-агент получает разницу, это 2%, 7 минус 5, и вы получаете разницу 2%, 9 минус 7. Я вам хочу сказать, что только с некоторых структур, например, с которых у меня там разница в 1 или в 2%, вот как здесь на этом примере, я зарабатываю там примерно $50-80 ежедневно. То есть даже если у меня всего лишь 2% от данных структур, мне прилетают определенно хорошие деньги, за которые надо было бы попахать реально на какой-то работе. И я поэтому все-таки вижу огромный смысл в том, чтобы подключать партнеров и помогать им дорасти до самого верхнего ранга, там VIP-директор, и двигаться дальше. Вот, примерно вот так. Поэтому вот эта вещь, о которой мы сейчас поговорим более детально. Перейдем дальше. Смотрите, друзья, вот я вам показал такую статистику, что вы, в принципе, можете нарегистрировать 10 тысяч партнеров вместе со своей командой. Ну, это, конечно, поможет тем, кто, у кого хорошие организаторские способности. Может быть, не у всех они хорошие. По-разному бывает, согласен, да? Но я думаю, что вы согласитесь со мной. Вот, но даже если вы просто зарегистрируете несколько человек, эти люди помогут вам двигаться вверх, поднимая вас по уровням партнерской программы. Давайте посмотрим детально. Смотрите, друзья, вот здесь вот я показываю вам график, надеюсь, видно всем, который, ну, как бы он связан с реальностью. Почему? Вот здесь вы видите в последней колонке реальные цифры, реальные даты. Когда мы начали двигаться, да, то есть мы начали двигаться вместе с проектом, то есть развивать, иначе, я начал делиться информацией с разными партнерами о том, что AI-маркетинг прикольно работает, можно зарабатывать на кэшбэках с 23 марта. И вот вы видите, что за 7 дней там, до 30 марта уже был забран, то есть ранг ведущий агент, и процент доходности, грубо говоря, 6%, да? То есть заняло 7 дней. 6 апреля уже был VIP-агент, то есть 8192 в товарообороте и 7% доходности. 20 апреля это уже было 9%, заняло всего лишь месяц. Товарооборот составил 32768. И так далее вы можете посмотреть реально по количеству дней, сколько дней заняло для того, чтобы сделать
$1,048,000 в товарообороте и достичь максимального процента это 15%. Реально вот все по дням расписано. Так вот, друзья, даже если, например, нам не удалось зарегистрировать, лично, например, мне там, не зарегистрировал я 30 человек в первую линию за первый месяц, во втором месяце 30 человек и в третьем. Но я хочу сказать, что даже при наличии нескольких активных партнеров, товарооборот, вы сами видите, как он растет. То есть, используя именно MLM-программу, здесь есть огромный потенциал, что вы за ближайший месяц, за вот 30 дней, будете зарабатывать уже по $100 в день, потому что вам будет прилетать разница от структуры в глубине. Допустим, 1%, 2%, 5%, 8%, потому что, смотрите, давайте прикинем, вы поставили, вот сейчас вы услышали информацию сегодня, да, допустим, возможно, вы ее слышали раньше, не зацепило, сегодня вас что-то зацепило, и вы поставили себе цель, что сентябрь, октябрь активно будете двигаться, то есть развивать проект, делиться в разных соцсетях, с разными партнерами, вести переговоры, приглашать вышестоящего партнера на Zoom-созвоны, потому что здесь реально интересный перспективный проект. О сроках работы также скажу, сколько же будет работать такая вот компания, как АИ-маркетинг, всех это интересует, чуть позже скажу, будьте внимательны. И, допустим, за 2 месяца вы выходите на процент доходности 10,5. И через 2 месяца, то есть у вас вот 65 тысяч в товарообороте, а через 2 месяца вот эти, да, то есть у вас 10,5%, вы не перестаете быть активным человеком. То есть вы активный человек по жизни, вам хотелось бы зарабатывать $100 в день, вот вы вышли уже на такой доход, допустим, да, что за месяц, за два у вас примерно активный доход $100 там в среднем в день. Уже вы зарабатываете $3,000. Круто. Я считаю, что классно. Но вы не хотите останавливаться, потому что вы видите перспективы, что, в принципе, если бы дошли вы вот с 10,5% до 15%, было бы еще круче, правда же? Я думаю, да. Соответственно, вы приглашаете партнеров новых, допустим, они сначала являются инвесторами, потом начинают просто делиться информацией. И такой новичок, которого пригласили, например, вот спустя там 2 месяца, 1,5-2 месяца, у него всего лишь 5%, а у вас 10,5%. То есть, когда он начинает активничать и делиться информацией, вы получаете разницу. То есть, вы забираете, он пригласил человека на $1,000, он заработал 5%, грубо говоря, а вы заработали 5,5%. И вам это все считается в оборот, и ваш оборот растет, и вы за следующие там 20-30 дней выходите на уровень VIP-менеджер 131 тысяча. И у вас 12%. То есть даже если человек с 5 до 7 перескочил, а таких, например, новичков у вас там 5, 6, 7, 10, да, то вам вы ничего не почувствовали, потому что у него 7, а у вас 12. То есть те же самые 5% остаются. И вы двигаетесь дальше. К 13, к 14, к 15. То есть вы видите, грубо говоря, что здесь мы за 4 месяца, это вот 117 дней, допустим, 4 месяца это 120 дней. Мы за это время достигли вот здесь вот конкретного товарооборота в 1,048,000. И это реально, я вот показываю вам реальные цифры, я вам не рассказываю теории, потому что я вам показываю реальность, как это все происходило по датам. И я рекомендую вот поставить себе цель для того, чтобы достичь именно ранга VIP-директор. Потому что если вы достигли такого ранга VIP-директора, у вас 15%, и вы дальше активничаете, то есть, ну, жизнь на этом не заканчивается, когда вы стали VIP-директором, я вас, конечно, поздравлю, но еще есть разные следующие ранги, которые стоит достигать, но это уже как трофей. Больше важно для вас было бы, если вы дальше активничаете, приглашаете партнеров, потому что если вы хорошие деньги зарабатываете, то и они, конечно, хотят. И вы их приглашаете, и они, например, тоже делятся информацией, начинают расти. Так вот, друзья, если вы поможете человеку от агента, вот здесь с 5%, вырасти до VIP-директора, а это не трудно, потому что если вы прошли, то и другой может вырасти, то
Вы заработаете просто на разнице вот здесь этих процентов более 22 тысяч долларов. То есть, если вас интересует интересный дом или какая-то квартира в Дубае, например, вам достаточно выйти на уровень VIP-директор и помочь вырасти, допустим, 10 людям. То есть 10 партнеров подключаете активных. Это не трудно, потому что это называется дубликация в MLM. Это не трудно. Одно и то же, в принципе. Просто рассказали простую систему, как работает и маркетинг, показали, как надо работать с людьми, как пополнить, как вывести, сколько это времени занимает, какую примерно доходность дает, и вуаля, и зарабатываем. То есть, и таким образом ваши объемы растут. Таким образом, при 10 просто партнерах, мы говорим вот про вот эту вот систему процентного начисления, вы имеете заработок 220 тысяч долларов. Я думаю, что это в принципе стоит того, для того, чтобы двигаться, да? То есть вам надо, к примеру, всего лишь 2 человека активных для того, чтобы выйти на объем в 1 миллион долларов. А после этого вы еще, например, 10 человек подключите, и будет вообще нормально. И ваши люди заработают, и вы заработаете. Давайте посмотрим детально, потому что, возможно, вы запутались сейчас в цифрах. Я вам покажу, например, что нужно сделать, чтобы забрать первые ранги. Итак, друзья, смотрите. Для того, чтобы вам закрыть, допустим, ранг в определенные 9%, да, чтобы зарабатывать уже не 5%, а 9%, то есть на 4 подняться, вам надо пригласить 4 человека, всего лишь 4 человека, с которыми вы работаете и помогаете им закрыть первые 2 ранга, чтобы у них было не 5, а 7% уже. То есть вот так это может выглядеть. То есть не 30 человек в месяц, да, а 4 человека. И помогите им просто поделиться информацией с их знакомыми, которые тоже хотят зарабатывать, и с другими, то есть с нижними там линиями и так далее. То есть пригласите своих знакомых, вот, допустим, первые линии пригласили на вебинар, люди заинтересовались, сделали покупки, например, закинули деньги в рекламный баланс, начали делиться информацией, и вот сначала один, допустим, сделал первый ранг, там второй, потом там второй человек, третий, четвертый, и таким образом ваша командочка растет. То есть, возвращаясь вот здесь, вот это вообще, ну, то есть, если сделать вот так, чтобы регистрировать как торпеда народ, то вы по факту, ну, реально очень быстро выйдете на доходы лучше даже, чем у меня, и даже быстрее, чем я, но даже если вы просто найдете 4 людей, 4 туза, которые скажут: вау, мне понравилось, я все проверил, я зашел, я купил онлайн, я зашел, загрузил чек он офлайн, все круто работает, мне нравится, я хочу. Вы двигаетесь с человеком, делитесь с разными людьми, допустим, вы зарегистрировали 10 человек, а и только 4 из них включились и начали работать, да? Таким образом, у вас вот примерно вот так распределяется товарооборот. Важно тут следить, чтобы не было больших перевесов, то есть чтобы не было там одна нога, допустим, 24 тысячи товарооборот, один активный партнер сделал, а другая только 8. То есть вы не успеете там по бонусной линейке что-то получить, но по рангам, по процентной будете получать. Дальше двигаемся, да, то есть смотрите, если мы хотим, чтобы у нас мы вышли на ранг 131 тысячу, а этот ранг нам даст 12%, то нам необходимо помочь нашим вот ребятам, этим 4 активным, выйти на следующий ранг, третий. Третий ранг у нас менеджер, то есть помочь нашим партнерам, чтобы они стали менеджерами, мы будем ведущим менеджером, грубо говоря. Таким образом это работает. То есть, как я вам говорил, то есть не нужно прямо аж там распыляться массу народа, допустим. Достаточно проработать конкретно с ключевыми людьми, и мы таким образом поднимаемся все выше и выше. Но хочу вот здесь как раз-таки, друзья, вам напомнить важную вещь. А важная вещь заключается в том, что когда мы говорим с вами вот здесь про 12%, это не весь процент вознаграждения, так как АИ-маркетинг, не забываем, да, что в АИ-маркетинг в закладке кэшбэк у нас есть
5%. Поделись сертификатом с другом, получай 5% от его покупок. Согласны, да? То есть, если мы делимся подарочными сертификатами, у нас человек, который лично, я говорю, подключается, он при пополнении, мы моментально получаем, вот здесь ваш кэшбэк, 5% от его пополнения баланса. Либо он покупает какую-то покупку онлайн, допустим, да, тоже на этом мы зарабатываем. И дополнительно, то есть если он пополнил рекламный баланс, нам, а мы, например, с вами находимся уже на 12% при 131 тысяче, да, то мы получаем с вами, друзья, 12 плюс 5, 17%, а поверьте, это очень неплохой процент, да, двигаемся дальше. То есть смотрите, мы проговорили с вами вот эту часть, да, и вот эту часть, то есть дальше, то есть смотрите, когда вы вышли на уже более интересный доход, то здесь у вас будет доход где-то более $150 ежедневно, то есть потому что все больше и больше ваших партнеров будет подключаться в команду и продвигать именно данную партнерскую программу. Потом, например, следующие и так далее. То есть полмиллиона и так далее. Но давайте разберем теперь детально, потому что не все может быть так красочно, как я вам вот здесь показал. То есть смотрите, например, вот наша такая цель 1 миллион 48 тысяч, чтобы выйти на 15%. Вот это, допустим, вы. Вам и не нужно, может быть, пригласить даже сразу вот именно четверых партнеров. Вы можете пригласить, допустим, двоих партнеров активных, которые постепенно начнут делать. Сначала 8 тысяч, 32, 65, постепенно, потому что мы не говорим про то, что надо взять кого-то на 65 тысяч, закинуть, чтобы он закинул такие суммы в рекламу. Это не работает так, да? То есть в основном люди хотят свою тысячу, из нее сделать две. И вот АИ-маркетинг дает нам такую возможность, потому что вы можете закинуть тысячу, она даст вам отработать, разрасходуется и заработает вам плюс еще примерно $1000. И это очень круто. Таким образом, человек начнет уже делать реинвесты, вращать, заберет свое, начнет тратить больше. Мы делали, в принципе, то же самое. И сейчас вы видите, да, что у нас на балансе вот здесь вот 6 тысяч, то есть это не 1000, потому что нас заинтересовало заработать больше. И мы сейчас зарабатываем более 100%. Вы сами можете это все посчитать. Таким образом, друзья, даже если вы найдете всего лишь, допустим, вы 3 месяца регистрировали разных людей, а из них появилось 2 туза, которые начали двигаться вместе с вами, и весь их товарооборот вам конкретно учитывался. Да? И таким образом, смотрите, вот этот человек, например, ваша там правая или левая рука, у него есть 4 человека, которым он помог, вот по верхнему графику, допустим, да, вот поэтому он помог сделать вот по 131 тысяче 4 человека, это лично приглашенные партнеры, которые в совокупности дали ему 524 тысячи, а так как он 524 тысячи и еще один партнер, вы получили 1 000 000, примерно, да, в товарообороте. Разберем, например, вот этот пример. То есть, что из этого вашей первой линии, в его первой линии, человек, у которого 131 тысяча, для того, чтобы сделать 131 тысячу, ему понадобилось немножко времени, и он подключил своих 4 партнеров, которые сделали по 32 тысячи. Каждый из них вышел на ранги определенные, получил свой процент за приглашение и за сделанную работу. Таким образом, вот этому четвертому 4 человека помогли выйти на 131 тысячу. Ну и у каждого бывает разная история, потому что вот здесь мы рассмотрели пример с 4 активными личниками. Таких личников может быть и 30, и 100, и 50, и 2 только, да. И вот пример вот этого человека, например, да, здесь было 4 человека, а тут у нас 2. То есть, как и в вашем случае, этот человек, он подключил 2 активных, таких мегаактивных людей, которые начали двигаться. И вот, допустим, этот же нижний, вашей по факту второй линии, он подключил тоже 4 активных, которым помог сделать по 65. Эти объемы, конечно, они могут по-разному распределяться, по-разному считаться. Я вам просто показываю, что на самом деле
в вашей команде не должно быть прямо там тысячи партнеров. Тут вы видите, да, что вы можете подключить просто двух активных личников. Эти пригласят, этот пригласит двое, например, этот четверо людей. И уже все объемы конкретно так складываются, что вам достаточно нетрудно за короткое время, за ближайших 4 месяца выйти на 15% и зарабатывать очень хорошие деньги. Ну, я не говорю про $250 в день, это моя такая скромная цель. То есть, когда вы отработали 4 месяца по данной партнерской программе, вы выходите на заработки порядка $500 в день, $300, $400, $500 в день. Вы просто умножьте эти вот три суммы, да, вот 300 умножьте на 30, или 400 умножьте на 30 дней, или 500. Вы просто будете в шоке, потому что вот в обычной жизни вы не тратите такие деньги ежедневно на себя. А у вас такая сумма денег, вот она будет, в течение 4 месяцев, потому что, как вы видите, здесь не надо очень большой работы сделать, чтобы выйти на такие доходы и зарабатывать. А по поводу долгосрочности проекта или вообще компании АИ-маркетинг, хочу заявить такую мысль, что такие компании 2-3 года им нужно для того, чтобы стать на ноги. То есть, когда они становятся на ноги, у них все хорошо, они хорошо зарабатывают, то они тогда уменьшают процент доходности, во-первых, там по партнерской программе, возможно, что-то с пассивным доходом меняется, и тогда они функционируют еще определенное количество времени и зарабатывают себе деньги и вам. Откуда такая информация, почему такая уверенность, смотрите лендинг. Здесь вот есть такая информация относительно того, что есть 45% кэшбэка, формируется из него фонд Market Bot Protect. Но из этих денег также идут деньги на INB Network партнерскую программу. Там они частично также, как-то я понимаю, идут на выплату бонусов и так далее. То есть вы должны просто-напросто понять, что когда вы видите вот здесь в кабинете кэшбэк, то есть я вам посчитал, что мы только с этой суммы зарабатываем 150%, то вы должны понимать, что они также зарабатывают деньги ежедневно сегодня, пока вы думаете, сегодня вы думаете, завтра, через месяц, через 2 месяца вы закинули 50 проверочных долларов, а они зарабатывают эти 45%. Вы можете это просмотреть вот здесь в закладке «Покупки». Вот идут отчисления, друзья. То есть эти отчисления всего лишь на чуточку меньше, чем мой заработок вот здесь. Соответственно, друзья, я поэтому и говорю, что в ближайшее там время АИ-маркетинг будет вставать на ноги, когда они станут на ноги, а это еще, может быть, какое-то время пройдет, то есть 2-3 года может понадобиться им для того, чтобы укрепиться и двигаться дальше уже, возможно, с меньшей партнерской программой, потому что, как вы видели, здесь всего лишь, например, они дают 5% именно с только первой линии, и ну, они не планируют его увеличивать. Поэтому, друзья, сегодня у вас есть возможность, вы можете подумать и принять решение. То есть есть много разных проектов, которые заманивают разными процентами, приглашают вас, давайте, ребята, и так далее. Может, что-то дают там, возможно. АИ-маркетинг тоже немножко в содружестве с INB Network проводит небольшие акции также, чтобы людей привлечь, конечно, к своему продукту. Но уже они достаточно хорошо разрекламированы. Есть большие команды, которые трудятся. Даже если вы не видите этого движения где-то в чатах и так далее, поверьте, друзья, очень большие команды трудятся, зарабатывают проценты вот эти вот отличные по партнерским программам, размещают хорошие суммы средств в рекламный бюджет и зарабатывают. Вам, конечно же, принять решение, хотели бы ли вы, например, посотрудничать и поработать вместе с нашей командой для себя любимого или любимой, поделиться всего лишь информацией с людьми для того, чтобы выйти как минимум для начала на $1 миллион, то есть в товарообороте, то есть выйти на уровень VIP-директор,
чтобы у вас было 15%. И когда у вас будет 15%, вся движуха только начнется. Потому что когда есть деньги, да, сразу проявляется интерес. И я вам хочу сказать, что в данном направлении кэшбэков есть деньги, есть хорошие возможности, и очень мало людей знает о том, что это есть. То есть это еще не паханое поле, поэтому, друзья, я приглашаю вас рассмотреть внимательно данные возможности, поделиться информацией просто со своими знакомыми людьми, которые, может быть, все любят проверять, которые намного активнее и умнее вас. Пускай все пророют, посмотрят, изучат, проверят. И, возможно, именно эти люди будут определенными тузами в вашей команде, с которыми вы начнете двигать данное направление и поможете им сделать там по 8 тысяч, там, допустим, или это будет всего лишь 2 человека, которые дадут вам эти результаты. Потому что мы таких людей многих видели, что человек просто говорит, меня не заинтересовало, но я поделился с моим знакомым. И знакомого заинтересовало, и он начал работать. И я потом думаю, а если он работает, то, наверное, и мне надо, да? И тогда он тоже включился, проверил и очень доволен данным сервисом. Примерно вот такие вот, друзья, сегодня размышления по AI-маркетинг. Если у вас есть вопросы, давайте посмотрим, что здесь за вопросы. Но радует, что вот Леонид рассказывает конкретно, тут отвечает на вопросы. Это очень радует. Друзья, я считаю, что тех вот из вас, партнеров, кого вы пригласили на данную презентацию, вам стоит созвониться с ними после презентации, обсудить некоторые моменты, ответить на некоторые вопросы. И, конечно же, воспользуйтесь, просто проверьте. Сами посмотрите, потому что я никого обычно не убеждаю. И меня очень радует, что в AI-маркетинг люди заходят сами. То есть я им говорю, что, ребят, зайди сам. Сам все посмотри. Есть закладки онлайн-шоппинг, офлайн-шоппинг. Взвесь все за и против. Посмотри, нравится тебе это или нет. И, конечно же, воспользуйся, если ты боишься что-то там инвестировать, возьми и воспользуйся подарочным сертификатом, чтобы ты понимал динамику, как это все работает. Но я, например, имею огромный опыт в интернете, очень много времени сотрудничаем с разными проектами, и есть понимание, то есть куда двигаться будет AI-маркетинг, поэтому я большую часть своего времени посвящать буду конкретно AI-маркетинг, дабы вместе с ними строить свою команду здесь и зарабатывать, выйти на мои первые там доходы, вот допустим на эту осень $250 в день, то есть меня интересует зарабатывать 200 тысяч гривен в месяц. Огромные деньги на самом деле. И я еще хочу на себя их тратить. Я думаю, что это достойная сумма для того, чтобы на себя их тратить. Это достойная цель для того, чтобы ну, не тратить свое время впустую. А очень многие люди тратят время впустую. Ну, я считаю, что данная платформа, MLM, вся структура поможет и мне, и вам конкретно достичь своих целей, желаний, свои мечты. Возможно, кто-то успеет купить машину также за ближайшие 4 месяца, кто-то еще квартиру купит или дом. Это все достижимо. Воспользуйтесь просто возможностью, и я считаю, что вы будете очень довольны, так как довольны и доволен я и многие мои партнеры вместе с AI-маркетинг. Благодарю, друзья, что вы присутствовали сегодня у нас на нашей презентации. Данная презентация будет вот здесь вот на канале под названием «Заливает деньгами». Вот. Поэтому можете пользоваться данным видео, либо качать себе. Также на канале есть разнообразные другие видеоролики, которые идут конкретно по AI-маркетинг, по AMB-нетворк, как заработать по партнерской программе, как правильно что построить и так далее. Можете брать себе, пользоваться, также делиться с партнерами и, конечно, зарабатывать. Благодарю, друзья, что сегодня посетили нашу презентацию. Мы проводим такие презентации 3 раза в неделю. Также посещайте, просите ссылки на презентации у своих партнеров, либо также смотрите их в чате. Благодарю, друзья, вместе, что были вместе с нами сегодня. Желаю приятнейшего вам вечера и, конечно же, зарабатывайте. Всем до свидания.